Привет, мои хорошие! С вами Валерия. Добро пожаловать в мой волшебный творческий мир. Сегодня мы с вами будем вязать вот такие оригинальные авторские прихваточки. Цветовая гамма может быть любая на выбор. Можно оформить лентами или обвязать. Придумала я не только кексики, но вяжу вот такие еще мороженки и пирожное. Эту прихваточку я делала специально в комплекте к полотенечку. Тут не хватает только декора. Вот такое полотенечко. Верх вязаный. Здесь тканевая, внизу роспись. Кружево вязала вручную. И подшито снизу прозрачной газовой тканью. Это будет комплект. В основном вес такой прихваточки 28-30 грамм, так что ниток много не надо. Для работы нам понадобятся хлопковые нитки. Для корзинки темно-коричневые, для крема на ваш выбор. Крючки. Основной крючок для вязания 2,7 мм. Дополнительно можно взять вот такой маленький 1,9 или меньше, чтобы прятать все ниточки. Ножницы, нитка с иголкой, кружево. А также бусинки или пуговки для вишенки. Вишенку также можно связать, как в этой прихватке. Приступаем к работе. Набираем 25 воздушных петель. Получается 23 петли и 2 петли подъема. Делаем накид. И провязываем в третью петлю столбик с накидом. Затем до конца ряда вяжем столбики с накидом в каждую петлю нижнего ряда. Не доходя до конца ряда, я прячу сразу хвостик. Узким крючочком протягиваю его через петли, а потом эти петли вместе с этим хвостиком провязываю. Хвостик можно спрятать и по окончанию работы. И провязываю до конца. Дошли до конца ряда. Дальше делаем. Далее надо сделать петли подъема, но я просто так никогда не делаю петли подъема, вот как обычно вяжу. Я продеваю крючок в петлю нижнего ряда, продеваю еще одну петельку, тогда провязываю. Раз, и петлю подъема. Тогда получается вот этот столбик, он очень похож на обычные столбики с одним накидом. И в эту же петельку провязываем еще один дополнительный столбик с одним накидом. Далее будем чередовать лицевые и изнаночные столбики с накидом, то есть рельефные столбики, выпуклые и вогнутые. Получаются такие ребрышки. Этот рисунок будем сохранять полностью при дальнейшей вязке. Один лицевой столбик рельефный, другой изнаночный и так далее до конца ряда. В конце ряда у нас должно получиться 26 столбиков, то есть 24 изначально провязанных и плюс по одному сбоку. Доходим до конца ряда, провязываем столбик и еще один туда же дополнительный.
Поворачиваем вязание и делаем так же, как в предыдущем ряду. Также продеваем одну петлю вверх, делаем петли подъема, вяжем дополнительный столбик и смотрим по рисунку, как лежат наши рельефные столбики. Продолжаем также провязывать до конца ряда. Именно этой вязкой вязать не обязательно. Можно, например, сделать те же рельефные столбики в шахматном порядке. Тоже получается оригинальная корзиночка. Если вязать светлыми ниточками, то получится вот так. Рельефные столбики, 2 лицевых, 2 изнаночных, а потом наоборот меняем. И вот такой рельефик получается. Итак, вяжем корзиночку до верха вместе с рядом воздушных петель 11 рядов. Итак, корзиночка для нашего кекса готова. Получилась вот такая трапециевидная деталька. Также я связала основу другой вязкой по 2 рельефных столбика в шахматном порядке. А следующий ряд наоборот, там где были лицевые, делаем изнаночные, а там где изнаночные, лицевые. Корзиночки для наших кексов готовы. Теперь будем вязать верхнюю часть. Корзиночка весит 18 грамм, а готовая работа 28, значит всего лишь 10 грамм ниточек нам понадобится. Вязать мы будем пышными столбиками с 4 накидами. Продолжаем вязание. Дальше вяжем пышными столбиками с 4 накидами. Провязываем 16 столбиков, затем 15, 14, 13, 12 и так далее до 8. А затем будем вязать петельку. Отступим от края 2 петли в третью, провязываем 2 воздушных петли подъема, а далее вяжем пышные столбики с накидом. Первый будет с 3 накидами, а все последующие с 4. Закрепляем. Лишнюю ниточку можно сразу срезать, потому что она уже у нас закреплена. Далее вяжем пышные столбики с 4 накидами через одну петлю. Значит, эту пропускаем, вяжем следующую. Раз, два, три, четыре. Протягиваем, закрепляем. Провязав 8 пышных столбиков, 9 вяжем не через одну петлю нижнего ряда, а в следующую. Девятый, десятый также в следующую. А далее вяжем, как обычно, через одну. Последний 16 столбик провязываем, не доходя до края. Вязание поворачиваем. Продеваем одну петельку для подъема. И еще одну воздушную петлю. И продолжаем вязание. В каждую петлю нижнего ряда над столбиком. Первый делаем с 3 накидами. А все последующие с 4.
Далее продолжаем вязание с каждым рядом, убавляя по столбику. Переворачиваем и так же, как здесь, вяжем до конца. Итак, мы закончили вязать последний ряд. Поворачиваем вязание и провязываем этот ряд столбиками без накидов. 2, 3, 4, 5, 6. Останавливаемся и вяжем цепочку из воздушных петель. 12-14 штук. Связали цепочку. Через 3 петельки вставляем сюда и закрепляем. Затем переворачиваем вязание. Петельку снимаем с крючка и подводим ее под арку из воздушных петель. Подтягиваем и провязываем столбики без накида. Как раз вот эти 3 пропущенные ранее петли нижнего ряда. Петельку снимаем с крючка и протягиваем ее через столбик без накида. Вот как мы вязали здесь этих 6 столбиков, прямо вот через этот 6-й столбик, через серединку протягиваем. Закрепляем и обвязываем арку из воздушных петель. Тут уже сколько столбиков без накида получится. Ну, давайте будем считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Далее вяжем до конца ряда столбиками без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 можно не провязывать, а вот так закрепить глухой петлей. Ниточку срезаем, вытягиваем и тонким крючком прячем ее в серединку. Здесь я делала арочку из 14 петель для сравнения, а здесь из 12. Нашей прихваточке осталось только украсить. Вариантов декора есть огромное множество. Тут уже насколько хватит вашей фантазии. Я покажу всего лишь 2 из них. Итак, эту я буду обшивать таким кружевом. Здесь сделаю бантики и пришью пуговку, посмотрев, какая больше подойдет под цветовой гамме. Во втором варианте стяну кружево иглой с нитью и пришью между корзинкой и кремом. Вторую деталь стяну кольцо, пришью сбоку на крем, а в серединку помещу бусину, имитирующую вишню. Приступаем.
Всего лишь несколько часов работы, и ваша кухня дополнится новыми милыми вещицами, которые принесут не только пользу, но и эстетическое наслаждение. Буду рада, если мой мастер-класс вам понравится и окажется полезным. Подписывайтесь на канал. Постараюсь и дальше радовать вас новыми интересными работами. Желаю вам творческого вдохновения, всего самого волшебно-прекрасного. До новых встреч!